Скажи, что сейчас будет, это моя страсть, пожалуйста. Теперь я понимаю, почему Олег так рад. Потому что сейчас мы будем представлять его любимые ножи, с которыми он творит такое, что я всегда в шоке. Расскажи, пожалуйста, что мы сегодня представляем, Олег? Дорогие друзья, представляем вашему вниманию набор ножей. Внимание, с ножеточкой от компании «Бергнер». Слушай, это настоящее профессиональное качество. Ножи, Оля, я тебе скажу, это моя слабость. В наборе 5 ножей. Обыкновенный коренной нож. Коренной. Это, я его называю, любимый нож моей жены. Но назовем его правильно, универсальный нож для женщин очень великолепный. Филейный нож. Нож для нарезки хлеба или любого бисквита. И слабость моя, и страсть, 20-сантиметровый шеф-поварской настоящий нож с бакелитовой ручкой. Кстати, они все. Давай переходим к делу. А что такое бакелитовая ручка? Это говорит о том, что они абсолютно... Это говорит о том, что они абсолютно антибактериальные, крепкие до невозможности, вы никогда их не сломаете, прочные. Итак... Прочные, антибактериальные, хорошо вписываются в вашу ладонь, как в левую, так и в правую. Это очень удобно. Это я вам говорю как профессионал. Напоминаю, что идеальная сталь, крепкая, очень прочная. Вот я даже сейчас буду поворачивать, посмотрите. Идеальная заточка – это редкость. Как бриллиант, посмотри, сверкает. Знаешь, я тебе честно, Оля, расскажу, что очень редко бывает идеальная заточка ножей. Это, как правило, производители лукавят. Но здесь все идеально, потому что, кроме того, здесь в комплекте ходит прекрасная подставка. Итак, мой любимый шеф-поварской 20-сантиметровый нож. Ну что ж, давайте творить на нашей кухне на телеканале Шоп энд Шут. Спасибо, я что опять вы с нами. Потому что профессиональными ножами вы показываете. Так, это я отодвину, я покажу. Посмотрите, с закрытыми глазами какие-то тончайшие кусочки получаются. Действительно, острейшее лезвие. Посмотрите, вот это качество. Потрясающий набор ножей. И это самый большой нож, как называется, Олег? Шеф-поварской универсальный нож. Это действительно универсальный. Хотите почувствовать себя настоящим шеф-поваром? Звоните нам прямо сейчас. Итак, ну что, надо продемонстрировать, как с легкостью он справился. Итак, я только что нарезал лук, я демонстрирую остроту этого ножа. О, я слушаю. Да, эти ножи вам долго не придется точить. Но если вдруг вам захочется это сделать, дорогие телезрители, Олег, вот расскажи вот про этот уникальный, вот казалось бы, брусок. Какой красивый, кстати, дизайн. Ты знаешь, что это за слово брусок? Это настоящая универсальная подставка. Дорогие друзья, она входит именно в комплект этим 5 ножам. Давайте я продемонстрирую, как это входит. Я считаю, что очень великолепна она еще тем, что она легко вписывается в ваш кухонный интерьер. Логотип компании Бергнер. Бергнер. Очень качественное дерево. Итак, внимание, для 20-сантиметрового ножа специальное здесь есть отверстие. Для филейного ножа, для ножа для нарезки хлеба. Или не только хлеба, я потом поправлю, это то, можно нарезать и бисквит. Ты меня потом научишь. Да, обязательно. И вот так вот мы все вставляем. Посмотрите, слушайте, великолепно, все как хорошо. Это удобно хранить. Вечно у меня в ящике, я не могу найти ножи. Все время ищу, не дай бог, обрезаться могу. Здесь посмотрите, во-первых, как красиво смотрится на вашей кухне. Просто красота, действительно. Ну а самое главное, что каждый нож знает свое место. Итак, давай, знаешь, как я вот так вот поставлю и буду отсюда брать. Да, а ты еще покажи, что здесь есть ножи. Это я хотел... Ну, давайте. Да, итак, дорогие телезрители, я бы еще хотела напомнить, что заказывая этот набор ножей и любой другой товар на нашем телеканале Shop and Show, вы получаете бесплатную доставку от нашего телеканала, но только с 1 по 15 февраля. Оставайтесь с нашим телеканалом. Итак, самые уникальные акции у нас. Совершенно верно. Оля, ты правильно сказала по поводу... вот этой вот великолепной, вот этого великолепного отверстия, как ты сказал. Но это уникальная вещь, это ножеточка. Так, сейчас минуточку на экран. Итак, все засмотрелись на бесплатную доставку. Дорогие друзья, посмотрите вот на это отверстие. Это сделано для того, чтобы вы безопасно и, внимание на экран, качественно затачивали ножи. Забудьте о том, как вы ходили непонятным людям, которые вам затачивали. Есть определенная,
есть определенная форма заточки ножей. Когда вы проводите угол, называется угол заточки, именно благодаря вот этому, вот так вот. Ты то есть проводишь... засунули, просто плавно вытащили, и все, и нож уже наточен, дорогие да. телезрители. Вот так вот вы с легкостью можете теперь точить ножи. Теперь мне не нужно своего мужа все время терроризировать. Наточи ножи, ну когда же ты наточишь? Посмотрите, любая женщина справится, любая домохозяйка. Двумя пальчиками засунули и вытащили, плавно провели. Совершенно верно. Оль, и в вашем доме будет исключена песня «В доме не наточены ножи». Слушай это. Итак... Ну итак, что ж, давай Оль, дальше резать. Давай резать дальше. И показывай. Итак, дорогие друзья, ну что, ты говорила хлебный нож. Вот ты правильно все говорила. Итак, этот нож подходит не только для нарезки хлеба. Напоминаю, посмотрите, качественная бакелитовая ручка, антибактериальная, которая вписывается в вашу ладонь. Это идеальное профессиональное качество. Посмотрите металлические заклепки. Это говорит о том, что если нож даже ваш упадет на пол, он никогда не сломается. Идеальное лезвие, взглянем сюда. Логотип компании Бергнер. Идеальное немецкое качество. Что может быть прекрасней для дополнения, для качественного дополнения в ваш дом? Итак, я готов. Итак, Оль, посмотри. Как с легкостью я справляюсь с нарезкой, да. Так, давай сейчас тоненький-тоненький нарежу. Смотри, черный. А хлеб-то ведь свежайший, дорогие телезрители. И вы можете при помощи ножа, специального ножа для хлеба, нарезать такие тоненькие, наисвежайшие кусочки. Мы представляем сегодня вашему вниманию не просто один нож по привлекательной цене. Нет, это целый набор с ножеточкой. 5 ножей с деревянной подставкой, с точилкой, нержавеющая сталь, нескользящие ручки по привлекательнейшей цене, которые только на нашем телеканале. 1190 рублей. Итак, Олечка, ты все рассказала. Позволь мне дальше продолжить наш эксперимент. Итак, я представляю вашему вниманию вот этот универсальный нож для филе. Оль, скажи, пожалуйста, у тебя муж рыбак? Рыбак. Бывает, рыбачит, да. Итак, давайте взглянем еще раз. Настоящая бакелитовая ручка. Качественная, антибактериальная. Ударопрочная, очень прочная. И здесь универсальные заклепки, которые, естественно, очень хорошо будут держать эту ручку. Она у вас никогда не сломается. Еще раз взгляните. И идеально посмотрите вниз по лезвию. Смотрим. Идеальное качество стали. Итак. Внимание, филейный нож, ты правильно сказала. Филейный нож для филе. Я не зря тебе принесла да, филе. Совершенно давай покажем, верно. Оль. Как справится этот нож с филе? Я думаю, идеальный ломтик. Ну, ты знаешь, это такое некоторые, качество, знаешь такая... некоторые нарезают от себя, но мне почему-то удобнее. Это уже как есть левша. Правша, кстати, вы ну, можете конечно. С легкостью. Итак, показываю. Так, я сейчас медленно буду вам показывать. Итак, внимание, я вот практически не касаюсь. Все идет, правильная поговорка, как по маслу. Посмотрите, сейчас я идеальный кусочек тоненький, вот первый я слой снимаю, идеальный тоненький кусочек нарезаю. Посмотрите. Слушай, ты знаешь, ты просто молодец. Вот я рыбу сама никогда не нарезаю на праздник, так. потому что у меня не получаются такие тонкие куски. Оль, подожди, надо же мне продемонстрировать, как с легкостью. Давай я сейчас еще один сниму и продемонстрирую, как. Вот я снимаю с кожуры, а теперь, внимание, я снимаю... с кожуры полностью. Всем видно? Да, видно. Мне да, я думаю, что видно. Нашим телезрителям видно. Посмотрите. Оп! Итак, внимание, отодвигаем. Посмотрите, ни единого кусочка рыбы. Единый жир сняли. Остается только кожа, и здесь рыба. Кожа, рыба. Все идеально сняли. Мы экономим ваши продукты, дорогие телезрители. Мы представляем вам уникальные товары. Набор ножей с ножеточкой. Звоните прямо сейчас по телефонам, которые вы видите на своих экранах. И такой набор ножей может стать вашим. Готовка Слушай, превратится просто в сказку. Вам будет нравиться резать ваши продукты. Слушай, вот ты хорошо сказала, нравится резать. Позвольте. Уважаемые телезрители, позвольте, я тебе дам попробовать отрезать огурец. С удовольствием. Так. Знаете, это мой самый любимый размер. Универсальный нож. Вот посмотрите. Еще раз напомню, дорогие телезрители, что в комплект входит не только один уникальный, высококачественный нож из нержавеющей стали, а целый комплект ножей по привлекательной цене. 1190 рублей. Посмотрите, какая здесь ручка. Как ты ее назвал?
Бакелитовая. Бакелитовая прочно приделана к основанию ножа. Нержавеющая сталь, не скользящие ручки, надежная фиксация ручки. Ну, конечно же, вот это лезвие, все-таки я покажу вам его. Наитольчайшее лезвие. Ой, даже можно... Аккуратно, да, Оля, да, аккуратно, очень, очень, пожалуйста. Тонкое. С ножами надо аккуратно. Продемонстрируй, пожалуйста. Да, ой. Ну что ж, я буду резать, дорогие давай. Телезрители, посмотрим. Чтобы вам было виднее, я сейчас сторону отодвину. Ага. Вот, смотрите, берем и режем. Честно, не пробовала до этого. Посмотрим. Ну, вначале я вот так вот разделю. Конечно, я думаю, что так тебе будет правильно. И нарезаем салатик, дорогие наши телезрители. А знаешь, я с твоего позволения это тоже заберу. Оп, действительно, режется очень легко и даже тоненько. Вот сейчас я попробую. Дай-ка я сейчас продемонстрирую нашим телезрителям. Уважаемые телезрители, обратите внимание, Олечка великолепно нарезает без всякого усилия. Это говорит о том, что идеальная заточка, идеальное немецкое качество от компании «Бергнер». И все-таки мне нравится, что эти ножи, но все равно рано или поздно любой нож надо будет наточить, правда ведь? Да. А здесь даже не надо дополнительно покупать точилку, дорогие телезрители. Точилка входит в комплекте. Всего мы представляем вашему вниманию. Итак, целых слушай, 5 ножей. Подожди, я хочу вот это продемонстрировать. Нож мой любимый. Она нарезала, а я люблю шеф-поварской большой. Посмотрите, как с легкостью я справляюсь. Идеальная нарезка. Оля, не торопись. Я тоже посмотрите, так хочу. Какие ломтики. Великолепно. Итак, мы переходим к последней части нашего барлизонского балета. Это великолепный нож коренной. Вы с легкостью можете чистить картошку, любые овощи. Но ты посмотри, как он будет нарезать томат. Томаты – это вообще проблема нарезки, ты согласна? Да, растекаются на доске. Посмотри, я без всяких... Я хочу... Нет, внимание на экран. Я еще раз отодвигаю. Еще раз смотрим, как я тоненько нарезаю без всяких усилий. Сок весь остается внутри. Томат абсолютно целый. Оль, ну ты просто глянь. Это просто восхищение и радость. Давайте я сейчас раскрою. Не тончайшие ломтики чтобы... получаются. Еще раз, внимание, посмотрите. Идеальные ломтики, идеальная нарезка. И все это благодаря вот этому... великолепному ножу, универсальному. Он у нас 10-сантиметровый. Это, как правило, идет на сбор. А теперь внимание на меня. Я хочу сказать очень важное что-то. Так, сейчас обязательно расскажу. Итак, дорогие друзья, если бы вы покупали по отдельности каждый из этого набора, у вас бы обошлось это намного дороже. Это профессиональное качество, которое необходимо быть у вас дома. Ножи никогда не бывают лишними. И знаешь, что я тебе скажу? Говорят, что дарить ножи не принято. Да можно дарить, это не верьте вы в приметы. Посмотрите, тем более такие высококачественные ножи с ножеточкой. Посмотрите, внутри, еще здесь раз. Есть ножеточка, вы можете с легкостью поточить ножи сами дома. Не просите своих мужей, сами делайте это с легкостью. Нужно просто засовывать, да, и вытаскивать. И не забывайте, дорогие телезрители, что на нашем телеканале действует уникальная акция. С 1 по 15 февраля бесплатная доставка. Заказывайте набор ножей, 6 предметов с ножеточкой. В комплекте 5 ножей и с ножеточкой, конечно же, помните, наша доставка. Бесплатная доставка, но только с 1 по 15 февраля.